Сегодня 7 июля, вот, сели за завтрак после богослужения. Чашка залезла, держу на такой. Вообще рукой. Камень ком обрастает. И определенные навыки, порядок. Вот видите, вы один раз и приехали, и вы уже ознакомились с чем-то. Что правильно есть, этому надо учить. А чтобы неправильно, учить не надо. Все одинаково. Вот, чашка. На стол. И вот так вот все едят. Это первое. Второе. Оставляют. И то, и другое, и третье оговорено в Священном Писании. Если кто не знает, Василий Великий говорит, всякий скот отклоняется к пище. Свинья, лошадь, собака. И только человек пищу подносит к себе. Зачем ты наклоняешься, как скотина? Ну, один раз услышал, что тебе каждый раз ложкой полбу бить. Почему царица Савская, когда пришла к Соломону, и написано, она говорит, половину мне не рассказали, ну все не расскажешь. Половину не рассказали, что она увидела. Увидела стройность, служение и за обедом и везде. Все знают свое место. Вот есть такой ролик, показывает японские служащие, ну какой-то компании, в черном одетые. И как они вышли и показывают. Вот, зарядите, служащие японские, ну я не знаю, сколько там, еще 50.
И вот они идут строя, вот так вот, допустим, по 5 человек, 50 это 10 сзади, вот так шагают. А разбиты на две группы, и та, а та идет через них, прямо через них идет, и ногой друг друга не задержат. Задом идут, и, а строй другой, 5 целых колонн, вот так через них. И за ними никуда, именно перпендикулярно, и никто никого не заденет. Далее, как садится? Он садится, одна рука. Стоп, все остановились, вот так рука. Рука в сторону. Дальше подворачивает куда, и как опереться на руку, и как сесть. Это нация. Нация, которая развивает мозги. Вы знаете, в прошлые годы техника была, разные маленькие магнитофоны, все японская. Японская. Почему? А разве русские не могут делать? Не было. Покупали, платили огромные деньги. Начинают на заводе Лихачева рассматривать. Один больше вырабатывает, другой меньше. Ну, взяли стахановца. Сколько ты можешь закрутить гая отверткой? Ну, он показывает, какой скорости крутит. Теперь все засняли, показывают в Японии. Почти в 6 раз быстрее. Это не может быть. Мазак, а ему спрашивают, а можно быстрее? Они говорят, нельзя, сердце останавливается. Сердце останавливается. То есть они довели до такого совершенства, что он один заменяет 3, 4, 5, 6. Эта нация на островно находится положение, у них ни квадрата нет. Они насыпают искусственно в горах камни и делают вот маленько какой-то мол, увеличить хотя бы на одного человека. 13 этажей только в море едут вниз. Им некуда, им не дают там шикотан, другое. Я как-то написал, отдайте шикотан, да денег газ отдайте. Японцы говорят так, это я повторяю, потому что ну, люди новые. Они говорят, у Америки есть нефть, берут там в Арабских Эмиратах. У нас нету, нефти нету. В России много руды, а у нас нету. У них много леса, а у нас нету. А как, какой там лес? Там рисовый участок, как огород один. Но они говорят, вот у нас там какие-то устрицы, жемчуг делают. У нас жемчуга нету. Но у нас есть серое вещество. И мы его будем разрабатывать. Постучить его по лбу. А разрабатывая вещество, мы добудем газ, нефть, руду. Все к нам повезут сами. Видите, чтобы добыть, вот какая-то песчинка в раковину попадает, она обрастает постепенно, получается перламутр. Они делают так, сидят эти узкоглазые девушки там, красавицы, они их растворяют, и туда песчинку укладывают, а потом эти авоськи в воде морской держат. И у них получилось во много раз дешевле, чем у, там, где добывают. Качество похуже, но люди знают, они отбегают, а они знают. Во всем мире объявили рыба и васи, тогда много было продавали, она кончилась, нету. Но предприятия, заводы там работали на ней, стали продавать заводы, которые шхуны выходили на рыбалку, тоже сети, которые на них, то есть на каждую рыбу определенная какая-то сеть должна быть. И нашелся один человек, стал покупать, ему говорят, что ж ты покупаешь, когда ее нету. Ну, все покупают, а продают за бесценок, а куда девать? Девать некуда. А он сидел, делал расчеты и сказал, через 4 года рыба явится. Она явится вот в этом месте, она проплывать будет. Ее будет очень много. Поэтому готовим. Верфи открывают, консервные заводы. На него смотрят как на человека, который в проигрыше. Через 4 года пустое все, он выводит корабли в море. И все забито рыбой и васи. Что значит грамота? Высчитать ход ее. Вот приучите своих детей все время размышлять. Что бы он ни видел, а почему вот это похолодание пришло? А как его узнали? А кто это забрел? Где тебя слышали? С какого времени стали точно угадывать? Это наука? А ребенок может узнавать без этого? Может. Он может смотреть, когда цветок закрывается, как муравьи запечатают входы в муравейники. Это значит, где-то рядом ласточка летает. Ну, что ласточка, что она скажет? Скажет. Атмосферное давление меняется, но мы его измерить не можем. Но мошка может.
Если жарко, мошка поднимается кверху. Мошка такая маленькая, кусается, как комарик там. А если сыро, давление увеличивается, ее прижимают к земле. Ну, мы этого не видим. Но ласточку видим, которая летает возле земли, ловит. Вот ласточка нам подсказала. Погода будет сегодня хорошая, солнечно, дождя не будет. Или будет дождь. Надо жить с открытыми глазами, видеть и понимать. Притом это, я говорю, два каких-то события, муравьев и ласточка. А на самом деле мы окружили вот этой тайной. Вот я не знаю, как по крапиве определяется. Оказывается, у ней выделения какие-то идут. И специалисты определяют. Вот жена, допустим, беременная. Ой, анализы. Да они определяют. Да еще и наврут сколько. Я считал это лет 35 назад. Советские там, во Вьетнаме, когда дружили с вьетнамцами, то они здесь были. И пошел к их врачу. Врач ему посмотрел, осмотрел его и говорит, это очень опасно для вас, операция, ее не надо делать. А как? Ну вот, стал рассказывать. У меня, говорит, сноха сама себя за руку берет, пульс определяет, какой месяц беременности. Сама себя по пульсу определяет, это какое же развитие. А у нас спросил медиков, а у нас это не преподают даже, как можно пренебречь? Опытом, может даже не столетие, а больше. А можно ли ребенку это дать? Может, его заинтересует. Я с ребенком на улице сидят ребятишки. Я говорю, вот смотрите, прилетели врачи, они раньше прилетели. Ну, я говорю, по местности. А смотрите на наши голубятина, там человек ходит. Вот смотрите, вам видно, нет? Посмотрите, у него синий, красный там на спине. Он пришел, может, воровать голубей, а их там нет, я унес отсюда. Вам видно, нет? Да. Да, видно. Ну, и что это? Это дядя Рома. Дядя Рома, которого вчера я привел, когда вы приехали, и рассказал, что у нас сместилось у меня туда. И вот эти наклонные с той стороны больше, чем с этой. Еще немножко больше, вот эти прямо станут, она сразу опрокинется. Мне надо закрепить, я говорю, надо прожечь дырки там, которые такие есть, и крепко к столбам притянуть. Он говорит, это одно. Другое дело вернуть ее на место. Я говорю, а разве можем? Можем. Но, говорит, не во что домкрат упереть. Дайте мне рычаг, Архимед говорил, и я землю переверну. Один. Рычагом. Вот о чем я говорю. Посмотри, как он ходит, осматривает. Вот это умный человек. Я с одной темы на другую перехожу. Какая-то строилась большая гидроэлектростанция, и у ней, как его назвать даже, где-то лопасть, это вот это колесо-то большое самое, это, которое электричество вырабатывает. А мы почти с трехэтажный дом. Это вот эта самая система, которая вода падает и крутит. Не идет. Не идет и все. А она стоит там миллионы, уж страшно какие. Во всей Америке, на что говорят, в Канаде есть один специалист. В Канаде. Вызвали его. А вы могли бы отремонтировать это? Он, не знаю, надо смотреть. А что для этого нужен? Кусок мела, раскладушку и стремянку. А раскладушка для чего? Что я буду спать здесь? Мне уходить нельзя. Я все время должен ток пускать и определять. А оно все закрыто. Там тысячи катушек. Ему это дали. И вот он, если так он стоит, там до двухэтажей длинная, как лестница, и пометки делает. Прошло там сколько? Месяц. Он дает рекомендацию. На 1008 катушке 4 оборота лишних. Не глядя. А вот такая-то, 10080, у нее больше. А у другой меньше. И он нарисовал. И сказали, а сколько это стоит? Он говорит там, написал там. 990 999 долларов там или там с миллионами. А Рокфеллер говорит, ну он должен дать смету, а куда он столько потратился-то за каких-то там месяцев где-то. Он говорит, пожалуйста. Он говорит, кусок мела стоит 0,1 доллара. А остальное, которым я ставил метки, а остальное за то, что я знал, где эти метки поставить. Рокфеллеру так понравился ответ, он сказал, заплатите. Он ответил так, что сопротивляться нельзя. Значит, знать, где какие метки ставить,
как сидеть за столом, это все необходимо знать. А если такой человек, которому все охватил бы, нет, таких людей нету. И Соломон нуждался в людях, которые откуда-то приходили, приезжали по заказу и умели шить, делать. И там написано, что когда искусно. Мы считаем, 3 книга Сарс, 3-5 главы. Поэтому нужно знаться с хорошими людьми, с хорошими, которые больше нас знают. Однажды выступал, рассказывает Владимир Владимирович Маяковский, и поступила записка. Владимир Владимирович, мы ваших стихов с товарищем не понимаем. Он сразу же отпарировал. Нужно иметь умного товарища. Значит, он был умный, он понял, чего тебе не хватает. Человек один знать не может. Но ты можешь знать людей, которые знают. Я вчера пришел и говорю, Роман, вон он, поехал назад. Опять замерил, он второй раз уже меряет. Как из Канады прибывший. И он знает, что мерит. А что он мерит, понятия не имею. А может он что-то запросить за это? Даже предположить не могу, он все делает бесплатно. Вот такой человек. И тоже через интернет Господь нашел его, принял крещение. Ну, сейчас вот вопросы вещи там прописки и прочее. Даже вот ты узнал за столом, как сидеть, перенеси это домой. Никогда не наклоняться, не облокачиваться. Руки дальше кистей, чтобы стола не касались. Это так важно. Я даю пример. Америка, важная страна. Ну, конечно, важно. И стоят перед заключенным, ноги развести 45 градусов. Развод. Ну, а можно вот так вот? Нет, нельзя. Можно так? Нельзя. 45. Его учат? Да, учат. И очень хорошо учат. А если не будет исполнять, пожалеет. Как этого, для учеников там написано, его там арестовали по согласию с родителями. Ну, хулигане, там ну, преступления нету. И он с ним говорит, сэр, ты это, говорит, Жона, почему здесь? Родители не слушаются. И долго ты будешь, сэр? Пока не исправлюсь, сэр. А почему же ты не слушался? Потому что балбес был, сэр. И опять стукнул каблуками. Я один раз прочитал и подумал, нашим не хватает. Хотя бы по месяцу их в кабеле подержать. Из него вот это вот все вылетит. Он все не знает, да, сидит, фуражки здесь. Зачем ты фуражку мнешь, козырек ломаешь? Зачем ты сюда? Не знаю. За каждое незнание наказание. Ты должен был знать. Тебе я говорил, это у нас Егор первый. А там Егор второй. Научить правильно креститься. Что-то вчера ты часто ногами расписывался в храме. Стоит и ноги разводишь. В храме стоят четко. Ноги вместе. У нас это все оговорено. И поверьте, что то, что строят где-то в обществе, даже те, которые ничего не знают, нравится. А вот как попал, вот я не говорил бы, как за столом. У нас ничего не объединяет, а это уже объединяющее. Это уже все знают, сидят. Слышали, видели. Я хочу, чтобы на нас исполнилось слово, которое слышали от Златоуста сегодня. Отвергни себя, своего я. Не просто, а с презрением. Я не хочу быть таким. Вот какой я был, вот из чего состою, это мне противно просто. Отвергни себя. А второе, приготовься умереть, возьми крест. А тогда только следуй за Христом, исполняй заповедь. А сегодня все за Христом, христианин. А не отвергся себя, ну и ничего и нету. Нужно научиться быть жертвенным. Жертву принести самого себя. Господи, твори со мной, что хочешь, да будет воля твоя. Вы приготовьтесь. Вот я смотрю, может быть, после обеда сейчас сразу его останемся здесь, побеседуем, чтобы там его отышь. Я говорю вам, а на 2 часа встреча с батюшкой. Только крещение готовится, пойдет. Волосы спрятать, чтобы не было видно. Волосы вообще не должно быть видны. Я показываю, кто знает. Сделать один раз и больше никогда волосы не показывать. Я в Барнауле делал пещи и делал казах. Там казахи живут. А казашка и говорит, а у нас так. Если замуж вышла, чтобы солнце волос не видело. Я дети покорные. Ну, девчушки там не соблюдают. А которые настоящие мусульмане, а они для всех. Самая маленькая. И она хижак надета. Все. А другие даже есть только один глаз. Да как хорошо ли это? Тебе не надо рассуждать. Ты считай про Исаака. Когда сосватали ему Ревекку, везли, она на верблюде сидела.
А и увидела, кто-то идет в сумерках уже. А Исаак вышел поразмыслить. Есть перевод такой, вышел помолиться. И она на верблюде сидит. А зато вот говорит, какие сильные были женщины. На верблюде, да ты видел, как там, какая качка, как он идет, там, шагает. И она с верблюда соскочила сама. Там лес лесу надо, как с корабля. И покрыло лицо покрывало. Значит, покрывало было, покрывало это хиджаб. Лицо. Ну, не одеялом она покрыла, может, сеточка какая-то была. Это мы встречаем в Священном Писании. Это считаем про Анисию. Она пошла в храм, и, видимо, она делала. А воина ее увидела, она идет. Ну, видно, какая она. Даже без лица видно, что стройная, статная. Остановила ее. Одно колесо открой. Она говорит, я в храм иду молиться. Ты что ты пристал? Он взял лицо ей. Лицо ей снял с нее. Она плюнула ему в глаза. Солнце не видела моего лица, ты делаешь. Он хватил меч и сразу проткнул ее. Как вот невесту Иеремии мы смотрели. И церковь посчитает ее как мученицу. Я просто примеры говорю, которые могут запомниться. Я сегодня говорил вам про одного каменотеса. Нашел золото и кем стал. А его вымолил тот. И теперь он Даниил-то уже не раз что вымолил. Вот сколько у меня есть, этого достаточно. Я вообще не понимаю стоимости денег. Сейчас вот это стол, это купюры, доллары наложены. Я не понимаю этого. Я в один день бы их распределил. Купить бы комбайн, самый хороший, барабашу, дорогу, учителям назначить раз в 10 больше. И домов понастроить, тут людей бы было много. Но бодливой корове Бог рук не дает. Вот мы сидим сейчас, слушаем это, и что-то ты запомнишь. Когда повторять будешь? Меня иногда упрекают, а вы повторяете одно и то же, у меня люди разные. Разные? Я еще спрашиваю, ты это слышал? Нет. Про Рокфеллера слышал? Нет. Поэтому я и повторяю. Знание закрепляется повторением. Повторение? Матерение. А что я матери буду решать? Это я не решаюсь. Я чту мать. Похвально, когда мы внимательно слушаем и с намерением. Ага, вот это интересно, запомните, я другому расскажу. Другому понести. Талант увеличивается тогда. А не так, услышал, улыбнулся, на этом все. Нет, мало того, запиши. Мы едем дорогой, у меня была подруга одна. Она 10 дней меня не дожилась в заключении. Ну, мне было лет 30 и 75, тетя Тоня. Она с Надеждой Васильевной ко мне в лагерь приезжала. Она была изгнана из дома, детей у нее отняли, кажется, четверо детей. И подземные были, ИПХ, тайные, катакомные. Что интересно, я ни разу не мог застать спящей. В любой час ночи придя, она свечи льет или вяжет эти лестовки, там эти четки или что-то еще. И вот она настолько была внимательна, речь такая необычная, когда меня судили, то судья спрашивал, а вы что лапки насчитал? Все слышали? Никто. Она одна все слышала. Это 2500 часов. 2500. Ты не понимаешь, что такое? По одному часу, если слушать, 360, это ну, 6 лет надо слушать. А она в это время работает и слушает. И к ней обращаться можно было по любому вопросу. Она жития знала. Священное Писание, а класса у меня, не знаю, класса 3 было или не было. Настолько была она внимательная. У нее друзья живут в Тальменке. Я дежурю как раз на пути идти. Она приходит, я хотела к друзьям съездить. Я говорю, Виктория, да уже недавно были. Нет, я не ехать, я назад, я просто повидаться пришла. Развернулась, ее уговаривать не надо было. Намек только дал, все. Это люди, с которыми я знаком. Мы едем дорогой, она что не говорит, а я бумагу возьму, блокнотик-то и записываю ее слова. Произношение, как, почему. У меня одна была знакомая, она сейчас член церкви у нас, она всегда говорила, Валя, Валя, что тебя ждет? Ее постигло такое, даже не выскажешь. То есть она видела. Присылает из другого города мать, выдает дочь замуж. Ну за кого выдает-то? Ну вроде бы знакомый, но она боится потерять ее. И она их присылает ко мне, чтобы я определил, подходят они друг другу или не подходят. Это не чашка к ложке. Он может прикинуться таким, и она. Ну, ее-то я знаю. Фамилия ее Минаева.
Я посмотрел, парень-то никакой совсем. Ну, может быть, раскачаются. Да вряд ли, не знаю. Я говорю, знаете что, я во дворе с ним беседую, в комнату зайдите, тетя Тоня там, Бакланова, Антонина Георгиевна. Она с ними побеседовала, не знаю, минут 10, что ли. Она вышла, говорит, а кого вы мне прислали-то? Они совершенно разные. А там никакой жизни быть не может. Сам Бог дает. Какие знания. Ну а дальше что? Девчонка послушалась, мать прислушалась, и они с ним разошлись. Она вышла там за другого, сейчас матушка священника, ну, жена священника. Как важно уметь находить людей, которые могут давать совет. А таких людей из тысячи может быть один. А иной будет советовать в свою пользу. Это Сирахов об этом говорит. Он советует, чтобы какая-то выгода была. Вот услышали за столом это. Все, выходим. Так, мы последний раз здесь. Мы будем молиться на улице. Нам здесь неудобно. Боже, слава тебе. Всемогущий наш Создатель, благодарим Тебя за милости Твои долгие терпения. Устрой жизнь нашу, предстоящее крещение по воле Твоей святой, болящего Анастасии, парализованного Сергея, Александра, Фаину, прикованных в постели, посети, вразуми правителей, дай им страх Твой святой, и всем даруй духовное рождение свыше и водительство Духом Святым. Аллилуйя. Аминь. Так, вы пока отдыхайте, через полчасика соберемся. Через полчасика. Хорошо. Чего не кипятся? Виктор, да?